Хлеб дачный очень легко приготовить в домашних условиях, он получается всегда мягким, вкусным и очень красивым. Берите на заметку рецепт. Если в тесто добавить немного больше сахара, то хлеб можно смело подать и в качестве угощения к чаю. Тесто можно замешивать руками, воспользоваться для этой цели хлебопечкой или планетарным миксером. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. В миску влейте теплую воду, добавьте соль, сахар и дрожжи, перемешайте. Всыпьте муку. Замесите тесто. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Оставьте тесто в теплом месте на час, когда оно поднимется, обомните его рукой. Разделите готовое тесто на 3 кусочка. Сформируйте косичку и выложите ее на противень. Отправьте хлеб в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Хлеб дачный готов. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее. Дрожжи сухие, 1/2 чайных ложки. Вода, 200 мл. Мука, 450-500 грамм. Соль, 1 щепотка. Сахар, 3 щепотки. Количество порций, 3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.